обратились киевские зоозащитники с просьбой принять животное, именно этого волка, к нам на территорию, потому что, по их словам, ну и, собственно, по видео, которое мы впоследствии увидели, волк находился в ненадлежащих условиях, его держали на короткой цепи и, ну, не в очень хорошие будки, скажем так. Вот, поэтому мы приняли решение, что мы можем это сделать. На сегодняшний момент он находится у нас. Его привезли 2 дня тому назад, привезли под утро. Дорога была очень тяжелая, ребята пробили по дороге колесо, зимние дороги. Вот, поэтому он, конечно, очень сильно перенервничал, потому что, ну, смена обстановки, плюс у нас еще есть другие животные, новые запахи для него. Он очень сильно переживает. Мы пока не навязываем ему свое внимание, хотим, чтобы он нам поверил как можно скорее, для того, чтобы мы смогли провести все манипуляции необходимые для поддержания его здоровья, для обследования. Вот, и впоследствии будем строить ему нужного размера вольер, чтобы перевести, и чтобы он у нас находился как можно дольше. Он кушает. Мы пока кормим чистым мясом. Вот, вода, мясо. Внешнее нормальное состояние, неплохая кондиция. Единственное, что у него нет клыков. Вот, очень сточенные зубки. Вот, и кровоточит десна. Да, это можно будет поправить, когда мы начнем друг другу доверять.